Родину надо защищать, потому что это наш дом, и он у нас только один. Родина – это наш самый главный дом. День Победы, когда побеждают. Это такой праздник, когда люди радуются, то, что наша страна победила фашистов. День Победы – это праздник со слезами в глазах. Когда наши дедушки и бабушки победили фашистов. 9 мая это было. Закончилось в 1945. Война длилась 4 года, и она была очень жестокой. Но мы победили. Когда напали фашисты, загородили нашу землю. А фашисты – это такие люди, которые хотели сделать нас своими слугами, чтобы мы им служили. Они все грабили. Хотели нас убить. И хотели нас превратить такие же, как они. Они пришли из немецкой страны. И они хотели завоевать нашу страну, потому что наша страна очень большая. Но мы дали им отпор. Если играют мальчики в войну, это хорошо. Это все спокойно, никаких танков, никаких пулей не стреляют. А вот настоящая война – это страшно. Это очень ужасная война. Все наши прадедушки и все наши дедушки умерли на той войне. Надо защищать свою родину, до конца биться. Воевали, уставали, но они не сдавались. Еще два наших прадедушки умерли. Погибли во время войны, защищая нашу страну. Мой прадедушка, когда вернулся с войны, был уже на краю смерти, но выжил. Каким-то образом он был весь израненный. Некоторые дедушки остались и вернули к своей земле. А вот наш дедушка не вернулся. И я нарисовала в честь него картинку. Чтобы помнить о наших, те, которые воевали, потому что они наши самые большие герои. Я бы пожелала им, чтобы они не умирали. Чтобы они опять вернулись на землю, чтобы выжили. Чтобы вернулись все назад, и они победили и не умерли. Нужно сделать так, чтобы все время на разных... Все время был мир в разных странах.